Друзья, привет! Сегодня 18 августа 2024 года, это Рождество Христово. Мы сегодня в лайт-режиме ездим на машине по горам. Уже сегодня нет сил после вчерашнего восхождения на Арагат ходить пешком. Приехали в такое интересное место сегодня. Посмотрите. We thank our viewers for supporting our channel. Thank you very much. Мы сегодня с ребятами из Арцаха. Горник нам показал место. Черный песок, как на Тенерифе. Интересный такой лавовый. Это вулкан. Тысяч драм стоит КАМАЗ вот этого песка. Это редчайший и самый дорогой черный песок. Ой, черный камень. Ну и песок. А для чего его используют? Я думаю, здесь уже сделали раз. Для чего? Декоры дома. Ага. А как вообще, как узнали, что вот тут вот этот пол состоит внутри вот из такого? Это будет напоминание об этом месте. Пришли, копали здесь, что-то хотели строить. Потом обнаружили черный песок, люди пришли сюда. Потом песок обвалился, они здесь умерли и так далее. Здесь трагедия какая была, люди погибли. Техника. Пожарные говорят, места они не могли найти их. Их нашли уже? Да, нашли. Потому что вся эта порода обвалилась. Это было очень давно. Советское время. Здесь есть шахты какие-нибудь заброшенные? Это люди построили, наверное, не знаю точно. А вы знали, кто разрушает китайскую стену? Кто? Туристы. Туристы? Да. Они берут как кирпич, как сувенир оттуда. Езжайте сюда. И дают... Из-за этого штраф 5 тысяч или 15 тысяч юаней. Дайте быстро очень, только я снимаю, я не буду заходить. Что ж, кто-то должен вызвать помощь. Ир, давай обратно. Быстро. Ари. Такое место интересное. Невероятно красиво. А вот это вот... Сколько людей бы поместилось до... Что? По-твоему, сколько людей бы поместилось до того края из Армении? Сколько людей поместилось? Да, чтобы не обвалилось. Ну, до обвалить. Я не очень понимаю. Он говорит, сколько людей бы поместилось туда, ну, сколько людей, до обваления. На краю или где? Да, на краю. А в высоту сколько людей? А, в высоту? Было? Какая высота вот этого, да, вот этого стены этой? Да. Ну, представь, смотри, человек, он там идет, представь его, и вот так вот его, раз, два, три, четыре, пять, ну, где-то, наверное, 15 человек. Человек длиной 2 метра. Считай, что 30 метров примерно высота. Он говорит 50 метров. Мне кажется, метров здесь 30 или 50. 50 метров. Вот смотри, потрогай. Ой, господи, это все может упасть вообще как в любую секунду. Как это вообще существует? Смотри. А вы видите этот разноцветный окрас? Да. Здесь мох. Смотри, как это обвалится на как вас. Это существует? Ты можешь обвалиться на нас, понимаешь? Ну как, держится пока что? Да. Вот так вот. Один вот так вот снял и все. Ты не был? Я был только там. Я не знал, что существует. Возьмем на память камушек, как китайский турист. И все вот.
Очень такое место интересное, масштабное. Им надо было сверху снимать слоями, не надо было так вот рыть стену. Зачем они это сделали? Логика. Что? Что надо делать? Ну, чтобы не обвалилось. Снимали бы слоями и снимали. Они не знали, что здесь так. Что сыпется? Да. Они просто, да, из... Просто рыли вниз, как Ливон, пещеру, и не рассчитали. Просто вот сюда заехали, стали рыть, и вот это все. До сих пор люди приезжают сюда и... Гутанасар – это потухший вулкан, расположенный в Катайкской области Армении, высотой около 2200 метров над уровнем моря. Это популярное место среди любителей походов и природы, благодаря своим захватывающим панорамным видам и уникальному вулканическому ландшафту. Весной склоны покрыты дикими цветами, а для туристов доступны различные маршруты. Приехали на Севан. Ребята тут не были ни разу, оказалось. Отлично. Все выглядит, но, правда, конечно, прохладно, и вода, не знаю, я, наверное, не решусь искупаться. Посмотрим, какая температура. Вода холодная, но не знаю, может быть, пригреюсь, зайду. Вообще Севан прогретый. Я думаю, что он уже теплее не бывает. Можно искупаться. Кто купался на Севане, напишите в комментариях, как вам показалось, холодно или тепло, как часто купаетесь. Мы стараемся раз в год искупаться. Но вода сейчас, наверное, такой же температуры, как и атмосфера. Thank you.
А мне интересно, почему люди делают... Огромные сиванские чайки, гиганты, они размером как собака. Ну, сын или дочка собака. Он еще одна. А, пошли, пошли. Чайка. Все. Лаврентий сегодня первый раз чайку видел. До этого не видел никогда. Нет. Видел? Говорит, нет. Thank you for continuing to watch this video. Please subscribe to our channel. Like this video and write a comment. It will take a couple of seconds. Thank you very much. Dog. Ребята отважились искупаться. С чупа-чупсом прям, причем. Судя по ним, вода теплая. Я стою с кофе в руке, Ира, и мы немножко замерзаем. Я нашел вот такое место красивое. Вижу, что туда идет дорога. Попробуем сейчас туда приехать. Это очень красиво, просто невероятно, посмотрите. Озеро Сиван – одно из крупнейших высокогорных пресных озер в мире, расположенное на высоте около 2000 метров. Уникальность Сивана в его чистой воде, богатой экосистеме и живописной природе. Вокруг озера простираются леса, горные луга и пляжи. Безумно красивое место.
If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. Мы на вершине вулкана Армаган. Такой здесь красивый кратер с таким озером, как и какой-то с камышами, что ли. Вулкан Армаган уникален не только своим живописным кратерным озером, но и тем, что является важным историческим и культурным объектом. На его вершине находится небольшая часовня, которая считается местом паломничества для местных жителей. Армаган также известен археологическими находками, в том числе древними курганами, которые свидетельствуют о его значимости в прошлом. Кроме того, на склонах вулкана можно встретить редкие виды флоры и фауны, что делает его важной частью природного наследия Армении. Ира пошла пешком с ребятами, с Рузаной и с Лаврентием. С самого низа их растрясло по дороге. И они пешком пошли. Интересно, они живы? Вы живы? Живы? Молодцы, сами забрались на вулкан. Мы пошли вот напрямик. И встретили дорогу. И по этой дороге и пошли. Молодцы. А я даже сейчас вот у вас? Нет, что? Я видел вас, что вы рядом. Я уже думал спускаться. Видел, что вы рядом. И решил, что... Еще далеко? Нет, вот все вершина, вот за поворот. Примерно вы около 350 метров набрали. У нас дно вывалилось. Дно вывалилось? Угу. Ничего страшного. Взять у тебя что-нибудь? Водолаврик. Ну, он сам... Лаврик, неси свою воду сам, давай. А как он тебя звал, ты слышал? Нет. Он говорит, да он сейчас город. Ага, я сказал, сейчас куда-то придет и нас найдет. Чебрец. А, чебрец нашли? Вот. Нам наконец... Ого! Мы собирали чебреца, молодцы. Дошли. Молодцы, да. Один километр дошли. Вот тебе озеро. Будешь купаться тут? Нет. Вот тебе озеро в кратере. Слышь, прикольно тут. Совсем другая история, нежели Рогат, да? Нежели Рогат? Да. Другая, да, по-другому все. Но... Подъем проще, особенно на машине, когда едешь. Правда, было тоже страшно. Страшно, да? Да. Ну, там такой отвесный край, там... Ты когда на машине едешь, ты думаешь, там прям все обрыв, а там еще полога, можно вообще, может, напрямки съехать, но мы не будем рисковать. На самом деле, вот можно даже на таких машинах, на простых кроссоверах проехать. Дорога несложная. Когда-то здесь извергался вулкан. Сейчас здесь кратер с озером. Вот куски... Можно сказать, лавы засохшей, застывшей. Ну, туф, по большому счету, вот, разных цветов. Темный, светлый. Вода уходит, растаяла и оседает вниз. Уровень снижается. Здесь зимой побольше воды. Ну, когда я имею в виду, когда снег тает, уже весной побольше воды.
Наверное, отсюда не будем камень брать, потому что мы сами не забрались. Ну и разобралась, не знаю, я на машине заехал. В общем, победа не в счет. Просто интересное место, красивое, куда можно добраться за полтора часа от Еревана. Какое резюме ролика? То, что очень много мест, не очень популярных, но очень классных, на которые можно проехать, на машине прям буквально полтора часа от Еревана. Вот, да, может потрясти, надо немножко там, в общем, потерпеть, но после наших 6 часов на Арагац вчерашних в одну сторону, это вообще, можно сказать, что просто вы прокатились на машине. В общем, много классных мест. Ребята мерзнут уже. Много классных мест. Следите за нашим каналом, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, кто еще этого не сделал. Советуйте вашим друзьям, всем, кто едет в Ереван, всем, кто бывает в Ереване, кто живет в Ереване, в Армении, кто пересадку даже делает. У вас есть буквально, может быть, полдня, вы сможете куда-нибудь съездить, успеть. Всем спасибо, до новых встреч, пока. Ребят, машите. До скорых встреч.